Варна, 28 октября 2018 года. В общем, оно, конечно, осень. И вроде как и листья пожелтели, и опадают уже. Но вроде и не осень. Раз так тепло, 22, идем на море. Очень красивое вот это дерево. Солнечные лучи прямо проникают через него, как бы не спадают на землю. Привет, моя подружка. Иду через свой Аспаруховский парк. Листва под ногами шуршит. Там вот море, нам туда. О, а что я вспомнила? У нас сегодня ночью было землетрясение. Проснулась, меня как в колыбельке качает. Так интересно. И заснула. Утро вообще забыла. Напомнили друзья по Фейсбуку, спрашивают, как ты там, жива ли, здорова. Так интересно. Интересный сегодня день. Вроде бы осень. Но вот такая в Варне осень. Не так, чтобы постепенно холодало, а какими-то урывками. Вот наступил середина октября, и вроде бы уже куртки одели. Ну, а дня три назад разделись, потому что тепло. Вот, идем на пляж. Сделаем там сейчас свой гимнастический комплекс. Привет! Привет! Рыбу ловят рыбаки. Сколько их сегодня много. Воскресенье. Рыбу ловят рыбаки. Кто гуляет, кто на пляж, кто по всем своим делам. Ну вот и море. Ветер дует такой небольшой, но он теплый. Рыбаков здесь тоже полно. Ой, вообще очень жарко. Сейчас около 12. Надо пойти посмотреть, что там у нас с водой. Вчера я окунулась. И вот солнца не хватает. Серьезно. Летом все-таки каждый день можно прийти позагорать и там в сентябре месяце. А сейчас погода началась такая, что не каждый день можно полежать на пляже или даже дома на балконе. И я чувствую, что начинается у меня уже осенняя депрессия. Ноги-то, когда привыкли, очень даже приятно. Интересно, а как рыбак этот узнает, что у него там что-то где-то клюнуло? Ну, ногам даже приятно. Но не скажешь, чтобы тянуло. Долго плавать. Ведь окунуться очень даже приятно, наверное, в жару-то в эту. Продолжаем строить
И с водным пистолетом даже. Лето. Привет. 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 Вы откуда? Мне туда на пляже. На пляже? Ага. Отдыхаете, купаетесь. А с ней убежаю копаю. Дай. Ага, ты копать не любите. Мелкие шли, а плавать? А плавать, пожалуйста. Неожиданно встретила Марию Николову. Она собирает ракушки для своих картин. Рассказ о Марии и ее картинах, которые побывали на выставке в различных странах, смотрите в отдельном видео. Чудо такое чудесное, да. Ну, топло, топло, удивительно, но топло. Я вот вчера вообще вот так заходила, купалась. Лето, смотрите специальное видео на моем канале. Это я еще прошлой осенью выкладывала. И вообще, прошлой осенью у меня там сделано очень много видео тоже про погоду в Арни, про осень в Арни. Так что можете смотреть и не надо меня спрашивать, потому что каждый год все очень различно. Но основной принцип остается тот же. Практически до Нового года очень часто бывают вот такие теплые дни, когда вполне можно в течение дня, потому что утром и вечером, конечно, прохладно, а днем можно спокойно позагорать, помочить ножки. Ну а те, кто привык плавать в более холодной воде, может и поплавать в море.